Привет всем подписчикам и гостям нашего канала. Сегодня я вам покажу дорогу домой. Вот там вот видите, сзади меня остановка. Я приехала на маршрутке. Сколько идти домой? И какой у нас здесь район, какие домики. В общем, сейчас все покажу, сниму. Это у нас такая улица. На моем пути одна из первых. Моя улица следующая. Вот здесь у нас недостроенные дома есть. Брошенные. Вот такие разные домики. Да, все красивые. Все большие. Дорога домой от самой маршрутки занимает 15 минут. Вот ровно 15 минут. Но снимать 15 минут, я думаю, наверное, это будет слишком. Поэтому буду вам показывать сокращенно. Вот видите, сколько я немножечко прошла. Иду. Кто-то едет на машине. Да, здесь вообще не любят у нас пешком ходить. Почему-то считаю, что это далеко. Но я считаю, 15 минут – это недалеко. Вот столько я еще прошла. И вот еще столько мне предстоит идти. Да, еще у нас вот такая вот грунтовая дорога, асфальта нет. Почему-то многие думают, что это минус. Даже муж мой думал, что это плохо, ямки. Дорога не асфальтированная, зато на ней не будет по 200 км в час гонять. И тихо, спокойно проезжают машины. 20 км в час, не больше. Так что я думаю, это преимущество. Вот такая вот дорога. Не фонит этот ваш асфальт всякими смолами. А вот такая вот прекрасная настоящая дорога с ямками. Соседи что-то ремонтируют. Наверное, крышу. В общем, все в работе. По температуре, конечно, только у нас не как в Калифорнии, в Силиконовой долине. Бывают морозы, холод, снег. Да. А так, тоже Силиконовая долина, только нет этих программистов, айтишников, а обычные, простые, работящие люди. Мы уже подкрадываемся к нашему домику. Вот. Здесь у нас лошадка гуляла, но что-то ее не видно. Где-то ее в другое место отвели. А вот собака-барабака, которая сюда встречает кого-то на машине, а так не встречает, боится. И когда на машине, всегда бежит к машине. Ее кормят просто все с машины. Она реагирует очень положительно на машины в ожидании еды. Все ближе и ближе. А вон видно и покрашенный фасад нашего домика. Вот мы подкрадываемся. Видите, какие у нас тут просторы. Класс. Просторы, свобода. Но мне все равно тесновато.
Мне бы вообще еще попросторнее и подальше от цивилизации. Чтобы был лес вокруг, реки, озера, горы. Вот уже и наша окраина. Одиноко стоит Волга, трава виднеется. Вот такой у нас домик, наш милый дом. Все, всем пока. Буду я заходить домой. Так и не откроешь одной рукой. Ренесми. А вот и наша Ренесми. Привет. Привет, Ренесми. А, Ренесми. Ждать. Выходи. Вот она побежала. Побежала бегать. Видите, как прыгает в камеру. Ну все, теперь точно всем пока.